это я. Вы удивлены? А я не очень. Это же я. Так, мне нужно, значит, где у меня тут? Вот тут, по-моему, да? Через соединение, а здесь не через... А, здесь не через этот. А, ну ладно. Давайте тогда начнем вот так. So it's time to face the true. Так, где-нибудь вот здесь. Так. Пока так, потом разберемся со всем заново. Поскольку делать нечего. Так. Вот так. Да. Ладно, вот так. А там потом разберемся. Так. Ой, стоп, у меня же вот здесь установка. Все правильно. Что я переживаю? Так. Так. И вот так. Так. Да, надо электричество же тут. Электричество нужно. Зачем оно нужно? Глупость какая-то. Зачем вообще людям электричество? 160. А здесь 240. Электричество еще безумцы. Зачем вам электричество? Так, пожарные. И вот это. Нет, не то опять. Да господи, что ж со мной не так? Так, а здесь вообще лес-то есть? Так себе. Покрытие тут везде, да, точно. Так, что у нас тут? Устаканилось все? Или еще не все? Так. Так, электричество. Кстати, насчет электричества. Сюда прокидывать. А что делать? Так или иначе, электричество нужно. Так. Так, здесь тоже нужно электричество прокинуть. Электричество.
здесь можно, а там не стоит. Так, строятся пока только там, да? Парк. Ну, да ладно. Где ты опять? А, да, я же хотел вчера вот еще сделать. Так, ой, что я сделал? А где? Что я? А, вот. Так, пожарная станция. А, блин, а где ты? Не понял. В чем юмор ситуации? Очень странно. Так, тебя... А нет, ты там стой. Блин, с тобой говорится. А ты кто? А, все понял. Кошмар какой. Так, что тут у нас еще? Поликлиника, по-моему. И все, да? Элитный бутик. Так, что с электричеством? Ничего, не подключено оно. Замечательно. Почему она отключена? Попало. Не понял юмора. Господи. Что за бред? Так, мне еще надо было, что-то я вот здесь хотел. А, ну да, правильно. So it's time to face. А, и да, вот еще что надо было. А влезет, не влезет. Интересно. Влезет, да? Никак. А, вот тут еще надо было убрать. Кошмар. А
то я потом забуду, сразу сделаю. Знаю, что это надоедает, но мне самому это надоедает, не надо. Так, ладно, потом со всем остальным разберемся. Так, вроде бы все. Но это не точно. Здесь не строится, здесь не строится, здесь тоже не строится ничего. А, у меня вон что. Семен Семенович. Как ты постарел? А, здесь жилое здание должно построиться. Ладно. Ладно, фиг с вами. Хотя бы не очень шумно было. Так, здесь тоже ничего не строится, здесь ничего не строится. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? О, как быстро все стабилизировалось, более-менее. Ой, рабочих не хватает опять. Опять рабочих не хватает. Да что ж ты будешь делать, а? Да, поздравьте себя. Меня поздравлять не надо. Поздравьте себя. Так, и надо вот сюда вот провести. Только надо гарантированно как... Ну ладно, пускай пока работает. Опять что-то забросили. Да что ж такое-то? Все равно не хватает, не совсем стабилизировалось, конечно. Но ничего не поделаешь. Запроса особого нет. Вот еще стоит пустой. Да, это надолго. Ну ладно. Торопиться пока не будем, потому что пускай постепенно развивается, а то это будет надолго. Так, может сюда все? Не, сюда лучше не надо. Сюда лучше вот офисы вставить, если нужны будут построиться. Окей. Что еще тут? А, да, промышленность. Я и забыл про нее уже. Обычная промышленность. Это я, наверное, неправильно сделал. Что-то я неправильно сделал. Ой, что-то я неправильно сделал опять. Ой, что-то я не так сделал. Сюда нам не надо, сюда не буду уже теперь. Что-то здесь сделать. Там есть? Да, там нормально. Ну, в принципе, ладно, тут хватит. Так вот.
Надо-ка вот это убрать. Так. Переместилась. Все нормально, все нормально. Так, ладно, более-менее, поехали. Так, электричество, электричество, электричество. Не так, что ли? Ты чё? Ау, алё. А, туда не надо же, господи, что я делаю? Что я творю? Так, что у нас тут? Ничего не забросили еще? А, вот забросили. Отлично. Так, давайте магазин сюда втулим. Все-таки. Если еще что-нибудь забросит, еще магазин построим. Так, что у нас тут растет? Нифига не растет почти. Обалдеть. Ну, это, в принципе, логично. Че, почему нет? Так, здесь нужно магазин построить, наверное. Ну, потом. А то сейчас настрою. Так, что у нас тут? Ладно, запрос еще есть. Ай, господи, ничего не строится уже, все. Офисы, офисы, офисы только-только начали строиться. Магазины требуются. Построились? Построились. Здесь тоже построился магазин. Все, что ли? Любопытно. Так, где тут еще чего? Вот здесь. Жадность. Больше. Потом мешают друг другу. Так, ну что ты строишься тут? Нет. Так, надо сюда школу сразу. Школу и парк. Какой-нибудь парк. Так, придется, наверное, сюда парк оставлять. Так, полиция, все дела нужно тоже. Так, морг, поликлиника, все это надо сразу ставить. Так, электричество есть, да? Значит, можно дальше строиться спокойно уже. Чуть-чуть построим. Магазинчики нужны обязательно. Куда же без них? Так, забросили что-нибудь? Нет? Нет? О, чудеса прям. Даже тут что-то строится.
Обалдеть. Мы бесплатно устанавливаем что-то. Халява. Так, ну что ж такое-то, а? Что ж за безобразие? Вода тут должна быть, по идее. Так, ну ты строишься или не строишься, в конце концов? Так, школа еще одна. Так, здесь, здесь. Здесь. Блин, электричества не будет. А мы парк сейчас поставим, а будет, не будет электричества все равно. Не влезет. Не влезет. Нет, не то. Это тоже не то, это тоже не то. Все не то. И сюда не влазит. Да что ж такое-то? Ой, что ж делать-то? Что делать, что делать? Вот что делать. Что тут думать два раза? Так, эта школа есть, эта школа есть, эти есть. А, вот. Мурк. Свой лучше построить. Так, и вот сюда нужно, чтобы построились. Будем надеяться. Остается лишь надеяться. Ребят, я знаю, что нет электричества. Ну а что я сделаю сейчас вот так вот, по-хорошему? Так, стоп, стоп, стоп. Тут есть пока пространство. Как не подключилось? Ты что, издеваешься, что ли? Да что ж такое-то? Вот. Стройся. Так, здесь на 3, да? Значит, надо убирать. Ой-ой-ой-ой-ой, ну постройте хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь домик, а. В смысле, а почему ты не подключена? Ты издеваешься, что ли, или чё? Господи. Давайте, стройте хоть что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь. Ладно, с вами. Походу вы построитесь, так что. Ух ты, опять забрасывают. Не хватает и все тут, а? Посмотри на них, какие они редиски. Так, ну здесь мы, естественно, строить ничего не будем. Значит, нам надо электричество дальше прокидывать. Так, не хотит строиться вообще.
Так, ну тут, в принципе, все. Осталось, чтобы вот тут построились. А ты кто? Чего-то резиденс по-любому тут построилась, да? Да. Как обычно. Неприлично. Так, здесь не надо. Блин, посмотрел, что мне хотели сказать. Вот даю. Чудесный. Так. Так, а может сюда какой-нибудь парк влезет, а? А то тут без парков будет беда, они не будут улучшаться. О, идеально. Так, ну... А, здесь есть парк. Я хотел здесь этот построить, но походу облом. So it's time to face the truth. Пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-не-не-не-не-не, так не надо. Так не надо. А, хрен потом, да? Ну ладно. Нет, так нет. Ну нет, и сюда нет. Так, там автобусный маршрут есть, а здесь нет. Давайте изобретать маршрут очередной автобусный. Так. А, вот. Что-то такое впечатление, что я простыл. Бред, конечно, но как его знает. Я и простыл, мы несовместимы. Так, сюда куда-нибудь, сюда куда-нибудь, сюда куда-нибудь, сюда куда-нибудь. Так, а у меня начинается он где? А, здесь начинается, да. Ладно, большой получится маршрут, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Так, здесь есть маршрут, да? Окей. Да, вот сюда. You're beautiful. А, ну да, в принципе, почему нет?
Так, что-то вроде этого пойдет. Что? Почему? Какого? Вот это специально, что ли, или что? А? Что за бред? Так, надо, наверное, усилить на всякий случай, а то фиг его знает. Так, что там, кстати, у нас с доступностью? О, офигенно. Ага. А, у нас же еще вот есть. Ну ладно, на всякий случай пускай будет. Хорошо, оставайтесь. Только главное, платите налоги. Главное, платите налоги. Вот. Оставайтесь где хотите, главное, платите налоги. Так, что тут у нас, где тут у нас, а вот это вот. Так. Так, окей. Так, здесь тоже уже все норм. Хорошо. Серьезно? А, непонятно. Тут туда. Тут логично вполне. Только построился, уже забросили. Быстро. Ух ты. Так, а что у меня с пробками-то? Да, по части пробок у меня, конечно, будет беда постоянная. Ой, кошмар. В принципе, у меня два въезда здесь, так что я думаю, что как-нибудь справимся. Надеюсь. Вообще чудесно. Что за хрень? Ой, ну ладно, что делать-то? Не встанет сюда она, не встанет она сюда. Не влезет она сюда никуда. Ладно, фиг с вами. So it's time to face it. Опять не хватает. Что будешь делать-то, а? Так, давайте стройтесь, чтобы я мог продолжить район жилой. Отлично. Так, думаю, что нет, тут надо оставить. Прям катастрофически не хватает. Ну, что это? Что там? А, нет, тоже надо оставить. Вариантов нет. Ого, 14 тысяч уже. Ничего себе. Как это я так? Раззудись нога, разбежись рука. Так, нет, здесь не надо строить.
плохая идея. Только что был, уже нету. Так, вот здесь надо убрать сразу. К горнорудной промышленности, на которую я надеялся, я даже еще и не приступал. Точнее, надеялся больше на нефтяную, конечно, но я даже к горнорудной еще не приступал. Что тут уж про нефтяную говорить. А у меня уже 15 тысяч населения. Что же в нем чудесного? Кругом машины стоят. Но это удобно, зато. Блин, не надо ставить машины на парковке, они могут поставить машину возле дома. Это удобно. По логике вещей. Блин, пока вы образуетесь, пройдет уже, наверное, полгода. Не, полгода-то уже прошло. Вообще игра довольно быстро идет. О, забросили что-то опять. Придется тебя все-таки того. Ладно, что делать? Кому ж сейчас легко? Да, мы устанавливаем. Все строятся и строятся. Перестраиваются, точнее. So it's time to face the truth. Нет, здесь будут забрасывать регулярно сейчас. Пока тут все образования получат. Так, а здесь въезд прям здесь. А, вообще шикарно. Просто шикарно. Так, наверное, надо старшую школу построить. Начальная, старшая, университет, библиотека. Библиотеку бы куда-нибудь воткнуть, она никуда не вылазит. Вообще никуда не вылазит. Причем. А, вот вылазит. По-хорошему бы ее вот сюда. Ну, ладно, это, наверное, позже уже. Потом. А о, и мешать не будет особо. Пусть будет, хрен с ним. Так, ты строишься, да. Так, здесь все норм, здесь все норм, здесь все норм. А вот здесь еще. И вот здесь. Да что ты подвисаешь-то так сильно? Скажем про студии нет. Нет, наш про студии ответ. Так, а что же мне еще надо-то? А, да, парк, 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 парк. Господи, блин, постоянно про что-нибудь забуду. Парк, парк, парк. Давайте вот такой парк. Давайте вот здесь, что ли, не знаю, здесь. Здесь, здесь, здесь не влезет. Сюда не влезет, сюда влезет. Так, здесь парк и... Что там еще есть? А, да, площадки для отдыха.
Так, давайте лучше баскетбольную. Так, чтобы было более-менее покрытие. Ну и сюда, кстати, баскетбольную площадку можно. Почему бы и нет? О, опять. Где? Не хватает, не хватает. Не хватает образованных рабочих. Так, здесь все, да? Вот тут только осталось. Так, здесь не надо. Здесь. Тут. Так. Рабочие. Так, с рабочим пока все норм. Ага. Попался? Нет, здесь тоже нельзя. Да, такой поток. Ничего себе. Нехилый. И на каждом шагу светофор. Кто опять? Ага. Ну вот тебя-то мы... не будем. Почему-то, блин, забрасывают как раз в тех самых местах, где лучше не строить жилые дома. О, уже рабочих не хватает, нормально. А, у меня же здесь даже автобуса нет сюда. Ой, вообще прекрасно. Я вообще волшебно, блин. А, это неправильно, я да, неправильно. Так, что если нам тогда отсюда откуда-нибудь? Да что ж я постоянно не с той стороны начинаю? А, здесь-то мне зачем, да, правильно, логично. А, неправильно. О. Так будет более логично. Еще автобусов, еще больше трафика. Я знаю, что это никак не зависит от этого. Ну, ладно. Пусть будет. Нам, как говорится, не жалко. Так, вот тут, да, лучше. А, вот это надо убрать. И вот это тоже, в принципе. Вот и хватит, по-моему, мне. Загадочный представитель культа. Вот такого я еще не видел. Ну, я так думаю, что все на этом здесь. В общем-то, больше сюда строить особо некуда. А, вот здесь можно еще. Ну да, так. Чего вы тут стоите?
А, светофоры. Светофоры, светофоры. Ладно, с этим будем потом, наверное, разбираться все-таки. Так, где светофор нужен? Здесь не нужен. Здесь тоже не нужен. Даже наоборот, ну ладно, даже и удобнее будет. Здесь светофор, все правильно. Что там забросили у нас, кстати? Да что ж такое? На таком месте постоянно забрасывают, что я не могу поменять на этот. На каком-нибудь углу или что-то вроде этого. В принципе, здесь можно жилой район построить. Мне нужен. Вот в том-то и вся проблема, что мне нужен. В принципе, это не проблема. Можно, конечно, это все решить. Здесь свои заводы перерабатывающие, да? Нормально. А что если... Почему бы и нет? Не сильно? Нет. Можно. Вполне себе. Что тут у нас? Размечено все. Это надо убрать, наверное. Это плохая идея. Поставишься? Нет. Нет. Не хочет. Ну и здесь не поставится тоже. Ну и ладно. Ой, ну и ладно. И не очень-то и хотелось. Тогда мы здесь это сделаем. Если там нельзя, то здесь сделаем. Вот и все. Постепенно. Вот, то не строилось, то теперь построилось быстрее, чем тот район. Круто. Вообще круто. Идет как из ведра. Что у нас с рабочими? С рабочими у нас пока все норм. А вот теперь можно попробовать. Я думаю, что... Ты что такое-то? Ты что такой странный, Билли? Никак. Вообще никак. Ну и фиг с тобой, Билли. А чё у нас здесь ничего нет? Может, старшую школу сюда хоть поставить? Ой, что-то для неё многовато места.
Да, многовато места занимает. Давайте маленький парк сюда поставим. Я знаю, что тут куча, но почему нет? Нет, тоже не лазит. Вообще ничего не лазит. Я знаю, что сюда влезет. Идеально вообще. Просто шикардос. Только вот здесь вот пешеходного перехода нет. Это плохо. Как бы его сделать? Тут все-таки, а? Почему ты не... А, есть, да? Все, отлично. Это главное. Так, что у нас еще тут есть? Так, сильно много не надо, я думаю, что надо уже эти производить ресурсы собственные. Так, а тут все построились или что-то не выделено? Можно, в принципе, вот здесь построить что-нибудь. Потому что почему бы и нет. Что-то у меня компьютер уже напрягся, я уже не знаю, сколько я играю-то. Ой, тут рабочих уже не хватает. You're beautiful. Не хватает образованных рабочих просто на регулярной основе, а здесь нормально все. Стабилизировалось. Универ у меня где-то здесь. Нет, это публичная библиотека. А где универ? Что-то я уже забыл. Вот он, да? А, вот он. Ну и чё, он там практически на автобусном маршруте. Так, где? Опять здесь. Прям не знаю, что делать с ними. И здесь не хватает теперь. Мусор скопился. Вот с мусором я знал, что будут проблемы. Я знал, что с мусором будут проблемы. Это, наверное, не поможет, но попробовать стоит. Решен вопрос. Вроде бы. Забрасывает и забрасывает. Ты погляни, а. Так, здесь ничего не забросили больше. С рабочими здесь все в порядке. Что-то производят и везут в город. А потом пробки в город. Тут не хватает еще. Сколько? Ой, господи, уже 20 тысяч, да? Куда вы растете? Так быстро-то. Ой, господи, что же делать-то? Ладно. Что делать, что делать? Расти дальше.
I saw your face in a crowded place. Так, здесь все, в общем-то, я больше не особо вижу, куда сюда только строится. Пробки будут. В принципе, почему нет? Здесь можно какие-нибудь офисы организовать. О, магазины. О, точно, магазины. Шоппинг. Шоппинг. Ин шоппинг. Так, куда здесь можно еще строиться? Особо некуда уже. Пока так, ладно. Фиг с ним. Нет, здесь тоже нельзя. Здесь тоже нельзя. И сюда нельзя. О, господи, ну что ж такое-то? Вот и зря там начал строиться. О, ничего себе, как быстро построилось все. Так, а у меня, собственно говоря, жилые зоны заканчиваются. Весело. Ого, приток. Ничего себе. Промышленную зону едут. Занял тех, кто занимает, и больше тех, кто занимается. I saw your face in the crowd. Ух ты, ничего себе, тут пробки. А, отсюда надо убрать. А я убрал, по-моему. Да, я же убрал? Убрал. Угу. Просто они все сюда едут, вместо того, чтобы туда ехать. Ну ладно, пофиг. Не возмущайся, телефончик мой тут. Блин, возле парка наоборот должно быть. Ну ладно. Тут нет логики такой нормальной, так что что тут переживать по этому поводу. Ладно. Я думаю, что пока все. Не очень, конечно, получилось все. Ну ладно, что уж делать. Здесь, если... А здесь у меня есть, да? Да. Печалька. Как-то мне надо отсюда выходить, значит. В принципе, а у меня помечен район? Да, он сюда помечен. Давайте-ка, наверное, его сюда вот пометим. Пока так. Откуда он залазит, да, вот сюда. Угу. Нормально. Так. Чуть-чуть. Вот так вот пускай будет. Так, чтобы они уезжали сюда, если что. Все, пока на сегодня, да? Спасибо. Всем всего хорошего.